Совершенно. Прям на улицу не выйти. Доброе утро, Златовласка. Опять вы людей пугаете? Это вам доставляет удовольствие? Особое удовольствие я получаю от вас, Кира. Я не шучу. Давайте не будем, пожалуйста. У меня и так неприятности с мужем из-за вас. Какого рода? Такого. Он ревнует. Да не может быть. А что вы так радуетесь? Во-первых, я радуюсь, что вижу вас. Потому что вы мне очень нравитесь. А во-вторых, я радуюсь, что понравился вам. Мне? А с чего вы это взяли? Да потому что, если бы я вам не понравился, то ваш муж не увидел бы ту искру, возникшую между нами, и был бы спокоен. А так? А что так? А так он почувствовал силу притяжения, которая между нами. Я прав? Не говорите глупости. Мне некогда. Я должна идти. Николай Николаевич, знаете, вы пациент моего мужа, а я верная жена своего мужа. Вы несчастливая жена своего мужа. Психоаналитик мой муж, а не вы. Разве я не прав? Вас подвезти? Спасибо, меня ждет такси. Удобно перед твоей мамой. Что мы ей скажем? Правду и только правду. Тем более после того, что случилось. А что случилось-то? Ничего не случилось. Ну тогда, подчиненный, утренний кофе. Отвернись. Не подглядывай. Thank you.
Привет, Слав. О, Белоснежка. Ты что не спишь? Еще в заводе? Слушай, короче, реально клиенты в офиге от тебя. Жених хочет повторить прямо на свадьбе. Прикинь? Да пошел он. Урод. Послушай, Славик. Угу. Я вчера у потрошителя потеряла свою сережку. Дай мне его номер. У Дока? Не, ну ты же знаешь, не положено. Славочка, это родительский подарок. Будет скандал. Я в долгу не останусь. Какой-нибудь презент привезу тебе из Монако. Ладно, запоминай. 553-2891. Давай. Доброе утро, док. Я вас разбудила? Это кто? Это Белоснежка, я вчера у вас была. Ну и? Мне срочно нужно с вами поговорить. Зачем? Об этом при встрече. Можно я сейчас к вам приеду? Ну давай, валяй. Взбодришь меня заодно. Спасибо. Не готовь на меня! Почему, солнышко? Меня срочно в институт вызвали. На утро перенесли зачет. Но ведь сегодня же воскресенье, да, чур? Мамуля, я же не завкафедрой, чтобы расписание составлять. Они вас вообще же мордуют. Я в шоке. Я сама в шоке. Привет, пропажа. Как вкусно пахнет. Ты мне ничего рассказать не хочешь? Очень хочу. Привет. Я ужасно проголодался. Свету только что прибегала. Растерянная за Кирочкой. И тут вдруг сразу, невзначай, появляешься ты. А? Ну, это всего лишь совпадение. Я ночевал у Веселовского. Заметь, я не спрашиваю у тебя, у кого ты ночевал. Веселовский звонил полчаса назад. Был очень взволнован. Просил передать тебе, что невеста пришла в себя. Я не поняла, о чем он. Тогда он мне рассказал об этой страшной аварии. Вот так. Ну хорошо. Вчера, когда я перелезал на Светин балкон, я потерял ключи. Вот, собственно говоря, и все. Ну хорошо, из больницы мы вернулись очень поздно. Не хотели будить ни тебя, ни девочку. Сереж, я не хочу вмешиваться в твою личную жизнь, но... Мам. Ну давай, пожалуйста, без «но». Ты ведь все время повторяешь. Сколько мне лет? Ёжик, Сережик. Света мне очень симпатична. Но я не хочу, чтобы она была просто, а не твоей женщиной. Может быть, она и есть моя женщина. Поживем, увидим. А без косметики ты прихорошенькая. От тебя такое услышать? Это прогресс.
Скажи, о чем ты мечтаешь? А какое тебе дело до моих мечт? Ну как это? Вообще-то проститутка с таким IQ интригует меня все больше и больше. Ну, мечты точно не IQ-шные. Да? А точнее? Всего лишь навсего стать содержанкой. Поменять временную работу на постоянную. Спасибо. Браво. И давно ты этим занимаешься? Ты не оригинален. Тебе зажаренный тост? Медиум. Окей. Ну а почему же я все-таки не оригинален? Элементарно. Потому что каждый мужчина задает мне этот вопрос. А самый излюбленный их вопрос – это сколько у меня всего было мужчин. Кстати, а сколько все-таки у тебя их было? 1001 ночь. Удовлетворен? Скажи, а твои родители алкоголики? Почему алкоголики? Ну, потому что девочки из благородных и порядочных семей не становятся ночными бабочками? Значит, я исключение. Нет, ты знаешь, у нас в семье все вполне серьезно. Все вполне, вполне нормально. Папа, мама, младший брат. Полный комплект. С детства поцелуй, подарки. Родители до сих пор меня называют солнышком. Странно. Сейчас, яичница. И поэтому ты решила отправиться на панель? Отправиться на панель? Фу, как пошло. Нет. Я все время нахожусь в поисках сильного мужчины. Потому что папа у меня тряпка с ветвистыми рогами. Мама все время ему лапшу на уши вешает, а он делает вид, что ничего не замечает. А первый раз у меня было в 14 лет. С учителем физкультуры. Мне очень нравился его торс. Ну, еще мне нужна была пятерка по физкультуре в четверти. Получила? Получила. И пятерку, и прекрасного 50-летнего любовника. А потом был он и его друг, бывший чемпион. Чемпион? То есть они составляли график тренировок? Кто за кем? Я для них была как лебединая песня. Представляешь, как они старались? А потом я поняла, что это мое. Ну почему я должна отказывать себе в удовольствии? Ведь от моего хобби никто не пострадает, правда? И вообще, каждый в той или иной степени продается. Только вопрос, как? Ну вот замужние тетки делают то же самое. И мужья им платят. В лучшем случае, зарплатой. Умница, девочка. Ты права. Одним платят за то, чтобы они ушли, а другим за то, чтобы остались. Тогда ответь ты мне на вопрос. А какие женщины нравятся тебе? Ну, это смотря о каких ты спрашиваешь. В смысле? Есть женщины, которые на один день, а есть те, которые на всю жизнь. А я? А ты так, на одну ночь. О, точнее уже на несколько, уже не на одну. Алло. Алло, привет. На чем ты занимаешься? Я занят. А ты что, даже со мной не поздороваешься? Вчера меня прогнал. Сегодня разговариваешь через губу. Что происходит, Томаш? Мила, я сказал все, я занят. Мила? А ты ей платишь за то, чтобы она ушла, или за то, чтобы осталась? Это не твое дело. Ну ладно. Спасибо, дорогая, не отвлекайся, я сам. Там в турке кофе. Практический суицид. Горячий. Да, спасибо. Спасибо, моя умница. Надеюсь, что Ленке понравится. Да. Моя дорогая, ты меня, конечно, удивляешь. Как будто твоей Ленке может что-то не понравиться.
Скажи, ей что, доступен наш уровень жизни? И не только ей. Понимаешь, ты привыкла к достатку, ты привыкла к тому, что я делаю все для того, чтобы растопить твое каменное сердце. Ну, я же не об этом. Прости, пожалуйста, я кое-что забыла. Сейчас, подожди. Это тебе. Мне? Это очень приятно. Ну-ка, посмотрим. Спасибо тебе за эти 10 лет. Кира, ты не поверишь, я мечтал о такой ручке. Это похвально. Скажи мне, когда ты придешь ко мне, я буду готовить свое сердце для того, чтобы встретить тебя. Сент-Экзюпери, маленький принц. Ну что, я к пациенту? Я тебя очень прошу, пожалуйста, постарайся, чтобы Ленке понравилось. Игорь Ильич, прошу прощения за задержку. Ваш кофе. Да, на всякий случай подождите. Ну, как вода? Супер. А зачем тебе заниматься практикой, если ты такой богач? Это мое хобби. Кого-нибудь ждешь? Я нет. Вообще, домработница должна прийти завтра. Томаш! Томаш, открой! Это я! Томаш! Я сказала, открой! Это я приехала! А ну, быстро открывай! Ты что, совсем оглох? Что, непонятно, что ли, что это я приехала? Я знаю, что ты дома! Открой дверь! Немедленно дверь открой! Кто это? Неважно. Я сейчас снесу этот забор! Быстро открой ворота! Я была у тебя в офисе, мне сказали, что у тебя выходной. Открой дверь, я сказала! Что ж такое-то? Господи ты, боже мой! Ты там что, со шлюхой? Томаш, я ничего не вижу! Пусти меня немедленно! Я тебе этого унижения никогда не прощу! Запомни это! Ты у меня сам будешь, как обезьяна, на прутьях висеть! Неистово она хочет пробраться к тебе. Ты сделал ей неудачный аборт? Дура. Вовремя не обнаружил какое-то заболевание? Или не достает семейного счастья? Закрой. Алфа, негодяй. Будет надо мной еще издеваться. Но я тебя устрою. Открывай дверь мне! Если я захочу, я зайду. Понял, мерзавец? Открой немедленно мне! Точно, за шлюхой! Это она тебе. Очень смешно. Да. Алло. Дверь открой! Ты где? Там же, где и ты. Открой мне дверь! Я не могу. Это почему? Потому что я со шлюхой. Езжай домой, я сегодня не принимаю. Что? Какой же ты подлец! Мила, домой! Ты как смеешь вообще так со мной разговаривать? Тебе не стыдно? Она меня слышит? Это твоя девка. Хватит разборок. Слышит? Значит, тебе на меня плевать? Значит, плевать. Значит, тебе плевать на меня, да? Плевать. Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Тебе не стыдно? Да почему мне должно быть стыдно? Вообще, кто ты мне такая? Чтобы я тебя стыдился, а? Да я мать твоего ребенка. Я мать твоего сына. Тебе что, этого мало? Я повторяю, я мать твоего сына. Что она сказала? Отнесь. Ты мать своего сына, и никто не просил его рожать. Какая же ты дрянь, какой же ты трус. Ты все это боишься мне в глаза сказать, да? Значит, я тебе говорю, я тебя предупреждала о том, что со мной так нельзя разговаривать.
Я тебе говорила, что меня стоит бояться. Я тебе говорила это. Так вот, я, между прочим, завтра же. Завтра я пойду в налоговую. Слышишь меня, Табан? И расскажу все про твои шашни-машни с инвестициями. Ты меня понял? Расскажу всем, что ты вон. Ты сядешь. Дура! Ты у меня сядешь. Я тебе гарантирую. Ты поменяешь свой голос. Подрошу, тут что с тобой? Сядешь, аферюга, ворюга, прохвост. Таблетки. Неси срочно. Чтоб вы сдохли там! Будет всякая дрянь меня унижать и обижать! Все, поехали! Фу! Кирюша, родная моя, я так рада, что ты пришла. Ничего, заходи. Себе. Туда? Нет, туда. Ты да, смотри. Ого. Кира, что это? Ну, это круто, да. Ну, да. Не пугайся. Кирочка, а это кто? Это Максима. Ну, я поняла, что не Максим. Моего мужа. Угу. Пойдем к столу? Да, пойдем. Пойдем. Ой, подожди. Поставь салат. Держи. Это... Что это? Сигнальная рукопись моего первого романа. «Позднее раскаяние». Это мне? Да, конечно, тебе. Почитай, пожалуйста. Спасибо большое. Это история о тебе и о Сереже. Там такой хэппи-энд закончается. Пойдем к столу. Пойдем. Давайте, я помогу. Пойдем. Ого, какой стол. А где твой муж? Сейчас позову. Не скучай. Давай я тебя познакомлю. Иди скорее. Максим. Лена. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, я Лена. Очень приятно, я Максим. Кира очень много мне рассказывала о вас. Да-да-да, и мне да? вчера тоже довелось да? узнать много о вас. Очень приятно. Видела ваших домочадцев. А, да? Ну и как вам? Оригинально. Спасибо. Проходите. Остатки истинной цивилизации. Проходите, проходите, пожалуйста. Да, присаживайтесь. Спасибо. Кира, простите, я помогу вам. Спасибо. Давайте. Так, оп, садитесь. Спасибо. Скажите, вы позволите, я сниму пиджак? Да, конечно. Благодарю. Кирочка сказала мне, что вы писательница? А, ну, Кирюха пошутила. Я мечтаю быть писательницей. Ах, мечты. Писательница. Ну, мечты без таланта – это, как известно, прах, да? Вы понимаете, о чем я, да? Ну, я, прекрасно, конечно, понимаю, Елена. Максим. Но я ведь надеюсь, что Бог поцеловал меня в темечко. Кстати, я принесла сигнальный экземпляр своей книги. Что вы говорите? Да. И что, да, можно да. будет посмотреть? Да, конечно. А, может быть, даже уже название есть? Я Кирюше уже говорила. И какое же? «Позднее раскаяние». Позднее. Почитайте, пожалуйста, мне будет очень интересно ваше мнение. Да, с удовольствием. Тем более, что там вы кое-кого можете узнать. Кое-кого узнать, Лена. Вы меня заинтриговали. Еще бы. Это история из нашей жизни. Лена, давай выбирай, какой ты будешь салат. Максим, буду пробовать все. Ухаживай. Да, конечно. Простите, салат. Леночка, вы меня все-таки заинтриговали, когда говорили о своем романе. Неужели я узнаю что-то новое о ком? О моей... Новое о моей жене в книге? Как интересно рассказывать. Ну, хотя бы вкратце. Пожалуйста. Максим. Да. Максим, что вы? Да я пошутила. Я не верю вам. Почему? Ну, а зачем... Ну, зачем вам шутить с мужчиной, которого вы видите первый раз в жизни? Да просто так. Просто так. Да. Просто так. Леночка, ничего не бывает в жизни. Ничего. Ну, с этой теорией можно поспорить. А может быть, мы выпьем, наконец? Ленка, что ты будешь? Я вино. Вино. Сухое вино. Извините, сухое но вино. В нашей семье не принято Максим. Пить спиртные напитки. Алкоголь пагубно сказывается на здоровье. Вот так. Пагубно. Сейчас, дорогая. У вас хорошее чувство юмора. Простите, а я что, сказал что-то смешное? Может быть, можно сделать исключение? О, пожалуйста. Конечно.
Конечно, конечно, дорогая. Спасибо. Принесешь вина, да? Ну, конечно. Я помогу. Бокалы. Конечно. Какой у нас сегодня чудный вечер, а? Так, так. Ну что же? Ленка, ты знаешь, я когда вчера после нашей с тобой встречи вернулась, меня Максим даже не узнал. Я была такая счастливая и до сих пор счастливая, что я наконец тебя встретила. Это такая радость для меня. Ты самый близкий человек из моей прошлой жизни. И Максим сразу захотел тебя пригласить. Спасибо тебе. Ну о чем ты говоришь? Все для тебя. И для вас. Спасибо. Ну? Ленка, Леночка моя, я хочу сказать тост тебе. Я хочу тебе сказать, Керенька. Я всегда называла тебя Жорж Санд, подожди, пожалуйста. И ты действительно Керочка. Очень талантливый человек, я правда так думаю. И ты также мой родной человек, самый близкий в моей жизни. И я так Любимая. Рада, что ты нашлась. Я бы Керочка. Очень хотела, я просто уверена, Капля. Что все смотри. Твои мечты, все, о чем ты мечтаешь, все, Керочка, чего ты капелька, хочешь, смотри, чтобы оно всегда сбывалось. Я хочу, чтобы ты действительно стала великой писательницей, Кера. Чтобы твоя мечта сбылась, чтобы ты... Кера! Что? Что, что? Кера, капля? Капля, я сказал. Капля. КАПЛЯ. Я не понимаю, что непонятного. Керочка, прости, так что ты говорила? Мне показалось, ты хотела сказать тост. Я уверен, что наши гости будет очень приятно услышать твои слова. Пожалуйста. Подчиненный, вы там скоро? Шеф, а мы куда-то торопимся? Ну, мне как неудобно, что я села вам на голову. Вам? Это кому? Вам это Сажневым. Держи. Позже. Угу. Вон ты мне. Карнизы крутишь. А Кирочка целый день у Анны Константиновны. Кстати, у меня завтра встреча в агентстве по поводу няни. Отлично, вместе сходим. У меня завтра ночное дежурство. Целый день я свободен. Попросим маму, чтобы еще один день посидела с Кирюшей. Сереж, ну ты что? Ты верх наглости. Свет, перестань. Нет. Кирюша отличная девочка. И потом, ты очень нравишься моей маме. Ну все, остался последний шуруп. А с чего ты взял? С чего я взял? Ну... С того, что у меня не осталось шурупов больше. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Понимаю, понимаю. Мы с моей мамой разговаривали сегодня о тебе. Обо мне? Ну да. Она считает, что ты заслуживаешь счастья. А почему она так сказала? Не знаю. По-моему, она решила, что я просто так хочу с тобой пофлиртовать. Разве это не так? Держи, чай остынет. Я все. Ты обиделся. Я? Скажи, а зачем ты все это делаешь? Все? Это что? Сереж, если ты чувствуешь, что должен мне как-то помогать или оказывать знаки внимания за вчерашнюю ночь, то не стоит. Спасибо вам за чай, Светлана Игоревна. Завтра мы идем в агентство. Спасибо тебе. За карниз? Признаюсь, прикрутил я его кривовато. За то, что ты такой. До завтра. Не крадись. Привет. Почему ты не спишь? С тобой снешь. Так и будешь бегать туда-сюда?
Мам, мы завтра со Светой поедем в агентство нанимать няню. Посиди, пожалуйста, с Кирочкой. Конечно. Завтра как раз Егор Александрович из рейса возвращается. Вот все вместе и погуляем. Мам, ты волнуешься? Нет, я не волнуюсь. Ну, я же вижу, что ты волнуешься. Перестань. Я перестану, Сережа, когда у тебя в жизни все будет хорошо. Сейчас не все хорошо. Не знаю, сын. Как-то все это очень быстро. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И незаметно растворюсь, когда захочешь. А ты останешься укутанной мечтой, и на пороге вновь тень разлуки, в клубочке сновидения с тобой. Пусть до утра его сжимают Тихо. Твои руки. Помочь? Дорогая, недурственно, правда? Угу, спасибо. С рассветом ты забудешь обо мне, знакомые черты покажутся чужими. Но знай, на ниточке серебряной луны нанизано по буквам мое имя. Да, Леночка? Вот и тот. Просто прекрасно. Прошу к столу. Прости, дорогая, это полная бестактность. Перебивать меня, когда я читаю стихи. Или тебе кажется, что чревоугодие важнее, чем духовная пища? Я не ожидал. Милый, но мне кажется, что Ленкины стихи настолько тонкие, что любая декламация их портит. А. Прости, тебе не нравится, как я читаю стихи. Ну что ж, забудем. Давайте пить чай. Ой, да, с удовольствием. Кира, прядь. Какой красивый торт. Ты его сама пекла? Да, сама. Хочешь, я тебя научу? Кухня и я – это, конечно, вещи совершенно несовместимы. Знаешь, это только так кажется. А вот попробуешь, Кира, и получится. Ой, я с кремом сколько возиться. А крем, ты знаешь, вообще можно заменить на йогуртовую массу, положить ягоды, сухофрукты и все, что в голову взбредет. Ой, очень вкусно. И тогда будет ноль калорий. Так ты сама придумываешь или у тебя рецепты? Кира, у меня этих рецептов прядь. Сколько хочешь. Что ты сказал, милый? Я сказал прядь. Прядь? Да, прядь. А это сейчас так важно, да? Конечно, это важно. Конечно, это важно сейчас, это важно всегда, если я об этом говорю. Я не понимаю, что с тобой сегодня, а? Что, на тебя подействовало что-то? Может быть, приход твоей подруги детства? Ты что, мне перечишь? М? Прости, милый. Извините. Ничего. Я хочу сказать вам, что действительно очень интересная книга. Угу. Не ожидал. Спасибо. Знаете, вы молоды. Мне очень приятно, что вам это рассказали. Так, хорошо? Знаете, я, наверное, пойду. Спасибо вам большое, мне действительно понравилось. Спасибо, Кирюш, все было очень вкусно. Я позвоню. До встречи. Пока. Лена, я провожу. Да, спасибо. Пожалуйста, всегда заходите к нам, будем рады. Всего доброго. До свидания. Это что сейчас было? А? Тебя что-то не устраивает? Ныть, грустить. Это для тебя комфортное состояние? Я знаю, что я сделаю. Я отвезу тебя в туберкулезный диспансер, чтобы ты посмотрела, как угасают люди, как они каждый день задыхаются и отхаркиваются кровью от болезни. Хочешь? А? Хочешь? Или нет? Я отведу тебя в онкологический центр. Там никто не плачет, не кричит. Там люди между
тяжелейшими процедурами, поют песни, рисуют картины. Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что они знают, что каждый день, каждый день, каждый день может стать последним. Знаешь, милый, может, иногда надо ходить куда-то еще, в кино, в театр или просто на курорт. Просто на курорт. Ты что, телевизор пересмотрела, а? Ты что, реклама объелась? Или это твоя лжеписательница тебя накрутила? Мне еще надо посуду. Тихо, тихо, тихо. Я не закончил, между прочим. Что с тобой, Кира? Ты почему позволяешь себе манипулировать твоим сознанием, а? Ты что, это легко сказать? Дорогая, это легко сказать. Делайте все. Берите от жизни все. Это легко, дорогая моя, сказать. Только никто не говорит, где взять. Десять лет. Десять лет я живу с тобой. Десять лет. Каждый день. Я пытаюсь сделать тебя счастливой. Знаешь почему? Потому что ты мне важна. Потому что я нашел тебя. Потому что я тебя спас. И что взамен? Ты позволяешь себе меня унизить перед вот этими никчемными подругами? Я тебя не унижала, Макс. Да. А как тогда квалифицировать вот эту твою... Вот эту твою Димаш с прядью? Если ты меня сейчас не отпустишь, я разобью себе голову об стенку. Ничего себе. Ничего себе. Это что, метод запугивания? Запиши это в свою диссертацию. Так, 130 на 90. Молодчина. Можно в космос. Я могу идти. Спасибо, Ниночка. Белоснежке я все рассказала. Какие лекарства, когда принимать. Выздоравливайте. А через неделю обязательно сделайте Спасибо. Кардиограмму. Я проведу. Спасибо большое. Угу. С виду такой крепкий, а сосуды дрянь. Ну, старость. Пожалуйста. Спасибо. Ты мне соточку торчишь. За медсестру. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Откуда взялась эта Нина? Ты упал в обморок. Я испугалась, позвонила Славе, он прислал Нину. Она медсестра наших девочек. Колет, если что. У тебя гипертонический криз. Вот и все. Даже в кошмарном сне не мог себе представить, что буду спасен... Ночной бабочкой. Спасибо. Ну, тогда ночная бабочка исполнила свой долг и полетела к родителям домой. Куда к родителям? Подожди. Белоснежка, ты бы не могла остаться. Пожалуйста. Мне первый раз в жизни страшно оставаться одному. Я заплачу двойной тариф. Прошу тебя. Хорошо. Я отказываюсь от двойного тарифа. Вернешь бартером. Я не в форме. Да я не об этом. А ты можешь сыграть роль моего жениха? Какого жениха? На свадьбе? Помолчи, ок? Ок. Мне на неделю нужно полететь в Монако. Я в курсе. А предки меня уже достали, что я никак не устрою свою личную жизнь. При чем здесь я? Не прослеживаю связи. Смотри, ты приходишь ко мне домой. Я представляю тебя как своего жениха. А потом ты скажешь, что мы вместе улетаем на Лазурный берег. По-моему, железобетонно. Это бред. Бред? Полный бред. Если бы не я... то твой холодный, одинокий труп валялся бы Хватит. Здесь и пах. Ну, потрошитель, пожалуйста.
Ну что тебе стоит? Посмотрим. А, как вкусно пахнет. Привет. Привет. Ты что, себя неважно чувствуешь? Что ты взял? Ну, подожди, я же вижу, у тебя глаза заплаканные. Ну, не говори глупости, Костя, отойди, горячо. Садись за стол, все, садись. Буду кормить тебя. Ну, хорошо, я соскучился. Пожалуйста, Костя спит, тихо. Хорошо. А где Лика? Не знаю, я сегодня весь день ей звоню. Сядь, не хватай, не кусочничай. Ну? Что ну? Не отвечает? Нет, не отвечает. Алло. Мамуль, привет, это Ой, я. Ликочка, наконец-то. Mm-hmm. А ты где, доченька? Мы уже ужинаем. Ой, мам, даже не знаю, как тебе сказать. А что случилось? Ну, понимаешь, в моей жизни появился человек с серьезными намерениями. Ну, хорошо, я поздравляю тебя. А почему ты сообщаешь мне это по телефону? Ты в Симферополе? Нет, я здесь. Ну, отлично, быстрее домой, посплетничаем. Мамочка, ты только не сердись, но я хочу у него остаться. Нет, это исключено. А завтра он придет, чтобы с вами познакомиться. Не волнуйся. Что такое? Ничего. Послушай, а почему мы? Что случилось? Почему? Ничего. Господи, боже мой. Почему ты ставишь нас перед фактом? Почему нельзя было сказать об этом раньше? Ну, мамочка, ну прости, пожалуйста. Я жду тебя дома, все. Ну, мам, ну пожалуйста, ну давай не будем ссориться. Но поверь мне, он очень надежный. Во-первых, он старше меня. Угу. А во-вторых, я уверена, что ты одобришь мой выбор. Что? Ну, мам, ну ты же мне доверяешь. Я же твой идеальный ребенок. Ну, я доверяю тебе, доченька. Мамочка, спасибо тебе большое. Все, только папе ничего не говори, пожалуйста. Он все равно ничего не поймет. Все, мамулечка, я тебя очень люблю. До завтра. Все, целую. Все, я тебя тоже целую. Мы завтра придем. Ну, я весь превратился в слух. Что сказала Лика? Мила. Что, Мила? Наша дочь сегодня не ночует дома. Ну, остается в Симферополе. Ну ты что, ничего не слышишь, что ли? Ты ща, чего сидишь? Не слышишь ничего? Я ж тебе сказала, нет, она здесь. Не кричи. Я не понял, она остается у подруги? Не у подруги, нет. А где? Она останется сейчас у своего жениха. У какого жениха? У своего жениха. Понимаешь, ты что? Я не глухой. Это хорошо. Откуда взялся этот жених? Я не знаю. Прекрасно. Просто прекрасно. Да уж, от кого тебя я не ожидал. То есть, наша девочка. Сейчас находится с каким-то мужчиной. В каком-то непонятном месте. И ты позволяешь это. Более того, потакаешь и помогаешь. Послушай, я прежде всего доверяю своей дочери. Она сказала, что ты надежный человек. И завтра они придут сюда знакомиться. А мы с тобой должны достойно их принять.